К 135-летию Тукая татарское книжное издательство выпустило а, три сборника произведений великого поэта. А, к слову, они на татарском, русском и английском языке. Можно почитать и посравнивать. И скупают уже эти книги со скоростью света. Уже есть заказы из Турции, Казахстана, а, Германии. Вот, с сегодняшнего дня они на полках магазина.